Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владаной. Сегодня у меня для вас вот такой сложился образ. Это блузон-рубашка, который я продемонстрирую с двумя брюками. Брюки такие джинсовые, интересные, креативные, с бахромой, с разрезами, и брюки в классическом стиле. Блузон, вы видите, стойка, накладные карманы. Также у меня заготовлен такой пояс, который можно использовать как бант, галстук на груди. Тогда можно рубашку выпускать, делать ее свободной. Или же на шее можно подворотник. То есть разные варианты. Можно использовать как пояс. Вот такая чудесная блуза-рубашка. Ткань с принтом пичворк. Нежная. Расцветка подходит под светлый низ, под темный. Такая рубашка в пижамном стиле. Удлиненный зад. Укороченный перед, длинный рукав. Я люблю длинные рукава на рубашках. Можно их поднимать при желании. Вот, захотелось этим образом с вами поделиться. Брюки в ткани деним авторские. Они интересные вот за счет таких культурных порезов. Это не просто дырочки, а это дырочки, такие четкие разрезы, три разреза по переду. Интересное обрамление бахромой этих разрезов и бокового шва, карманчики сзади. Ну, если вам будет интересно, пишите в комментариях. Я могу на своей схеме этих брюк показать размерчики, ну и более подробно с вами их познакомить. Что касается рубашки, все опять же классика жанра. Вот перепад низа, такой рельефный вырез, кокеточка на спине, складочка встречная по центру. Ну, учитывая, что ткань, специфика принта такая, что на ней все сливается, захотелось карманчики выделить синим цветом, сделать синюю стоечку, темные пуговички, ну и такой двухсторонний пояс-бант. Вот в таком варианте вы видите сейчас. Сейчас с другими брючками мы рассмотрим новый образ. И вот такой новый образ в таких чудесных лиловых брючках у меня к этой блузе получился, которые внесли такую более деловую нотку в мой вид. Здесь этот бантик, который опять же может быть на шейке, может быть поясом. Ну, разные варианты могут иметь место. Люблю, когда у меня есть потенциал для смены образов, для трансформации. Ну вот, вы увидели с этими брюками, они также очень чудесно сочетаются с этим душевным пичворком. Это мой второй образ. Пишите в комментариях, какой вам понравился больше, первый или же второй, или же два сразу. Очень люблю читать ваши комментарии. Брючки классические. Классический карманчик, пояс-кокетка, выточки. Костюмная ткань приятная, мягенькая.
полушерстяная, классическое заужение к низу, такие приятные по цвету, нежный лиловый цвет, на мой взгляд, сюда очень подходят. Иногда хочется темные брюки, иногда хочется светлые. Понятно, что светлые немного увеличивают, это не секрет, но с каблучком они могут иметь место быть. Вот вы видите вид сзади. Я, несмотря на свой 54 размер и с проблемными зонами, как у всех, люблю брюки, ношу их, экспериментирую. Блузы это все у нас корректируют, прикрывают. Поэтому куда же без светлых брюк, они у меня тоже в приоритете. Ну, сейчас бантик приподняла чуть выше, можно застегнуть на верхнюю пуговичку и сюда вот его разместить, поэтому различных вариантов много. Я вам сегодня показала два образа с одной блузой, с разными брюками, с разными вариантами завязки моего банта. И пишите в комментариях, что вам понравилось. До скорых встреч, до следующих моих экспериментов. Ну, конечно же, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну, и вы, конечно же, будете свидетелями моих новых моделей, моего творчества.